Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Бравл Старс. Так, заходим в квесты, как обычно, друзья мои, и смотрим. Так, победить Джеки 15 раз и выиграть 5 боев Эдгаром. Плюс у нас Перл, называй как хочешь, выиграть 5 раз. Ну что, пойду за Эдгара. С какого перепуга у меня здесь стоит какое-то вшивое ограбление? Давай-ка я лучше пойду на захват кристаллов. Не надо мне никаких ограблений. Нафиг их подальше. Так, Кольт, Бул и я. А у них тут... у них тоже тут нормальная команда. Че, ныкаемся? Нет, они ныкаться не стали. Оп! Оп! Дина, Майк, друзья мои. А остальные где? Ядрен Матрен. Лол. Лол, базара нет. Сейчас попробую накатить. Накатил. Так, иди сюда, хлопчик. Бул, успокойся, Бул. Так, я текаю, ребят. Оу! Парнишка-то раздухрился не кисло. Так, ну кристаллы... а, три кристалла все-таки забрали. Да, я понял. Такс. У них уже 6 кристаллов. Сейчас будет немножко поменьше. Ага. Ну вот вы хотя бы одного-то добили бы нормально. Чего вы как эти-то? Иди сюда, Барри. Ну-ка. По-моему, хорош с них, да, друзья мои? По-моему, с них хорош. Психует еще мне что-то. Наказал. Так, ну что, погнали далее. Победить 15 врагов. Ну, это мы сделали. Так. Опа-на, а что у нас тут? Тут у нас тоже звезда. Опять редкая. Так, здесь. Опять звезда. Эпическая. Так, это у нас на индейца, да? Поехали дальше, друзья. Поехали дальше, у нас еще один поединок. А, точнее, нам, по-моему, нужно еще два. Два поединка выиграть. О, вон там Бо. Ой, Бо, Мортис. Ну, блин, команда, конечно, вот. Одних бойцов, блин. Мне надо избегать этого. Бамс, попал, чмошник. Давай, восьмибитка, на тебя все надежды. Отлично. Отлично, господин.
Да господи, ну Мортис этот плешивый. Ну что я должен, блин, один что ли против них тут драться всех? Да ну нафиг, ну! Там никого из наших вообще нету, а где все? Этот сидит там с кристаллами дуралей, блин! Я, конечно, в шоке, ребят. Ну зачем ты пошел-то туда? Меня застанили, ублюдки, прикинь, застанили. Ну, восьмибитка. Где вообще все? Да тут понятно, тут, ребят, по-моему, бесполезно уже. А, нет, мы отобрали у них, да? Иду, тогда иду на помощь. Да что там, встань, блин, стоишь. Выиграли. Блин, офигеть. Вот этот чмошник, блин, конечно, блин, взбесил меня просто. Так, мы выиграли еще и бой 5 раз. Этот Фрэнк бесявый. Поверь мне, очень бесевый говнарь. Особенно, когда он свой вот этот суперудар на стан делает. Хоть стой, хоть падай. Так, воу, рыцарь. Не видел, ребята, его ни разу еще. Че он там хоть делает-то? Посмотреть бы, блин. Ну и зачем вы так делаете? Погнали. Блин, я не добил его, а? Я не добил. Блин, в какой-то шарик уткнулся. Так, они, короче, ребята, далеко не уходят, я смотрю, да? Идеально. Восьмибитку надо ловить. Так. Ну давай, иди сюда, говнюк. Ну, убей ты этого хламона. Отлично. Великолепно. Ну, видел, что, как Фрэнк Хоба, она просто их там всех в расколобас. Так скажем, под откос пускает всех там. Ну вот, вот, ребята, и выполнили мы с вами задание. За Эдгара. Замечательно. Так, забираем. Опа. Соточка кредитов. Так, следующий будет звезда. Так, а мне нужно теперь сыграть за, значит, кто у нас тут? Джеки. Можно сыграть за Перла или Перла. Чтоб попёрло. Ну давай, давай сыграем за него. За эту чудо-печку. Если ее можно так назвать, чудо-печка. Блин. Там Бо опять этот, Пайпер, ё-моё, а у нас... А у нас полный атас. Куда ж ты прыгнул-то? Ну нормально. Бедолагу завалили.
Да, надо с Бо быть аккуратнее, ребят. Так, я пока пытаюсь, ребят, хильнуться, отхилиться, ну, не знаю. Фига он там, давай, 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 гасани его, да чё ты? О, молодец, красавчик. Так, Бо. Так, у нас 9 кристаллов, нам еще один, ребят, осталось кристалл получить и все. Ну мы все увидели, куда он бросил свои эти мины. Все, уходим. Отлично. Я только Пайпер взял на прицел. Одного всего лишь. Всего лишь одного подбил, но... Ничего страшного. А, он у нас еще, ребята, и не вкачанный до 10 уровня, оказывается. Ёк-макарёк. А нам-то как раз его и нужно прокачивать, получается. Ну да. Тогда поехали. До десятки. Ну, до десятки, конечно, вряд ли мы за этот поединок, но... Так, Эдгар. Это что за... Game over, что это за солдатик такой? Ну, это не рыцарь, походу, дела. Так, мух, ребята, опять в отключке. Что за солдатик оловянный? Там, там и бот, что ли, играет? Не могу понять. Такое ощущение... А, Эдгар там наяривает. Да ладно. Почему именно меня, блин? По подставе ребята грохнули, а? Они забрали наши кристаллы. Этот без пушки бегает. Такой стоит, встал в недоразумении. Что типа происходит? Но я забрал. Я забрал кристаллы. Опять этот солдатик. А, так это этот, Дед Мороз, ё-моё. Ну, не Дед Мороз, а как его там? Что залагало-то, ё-моё, это конец боя. Начал там залагивать что-то. Ну тут я 6, там одного подбил, здесь 6. Так, и получаю 7 уровень. Так, еще 3 поединка мне надо. Друзья, ну что, сделаем трехбоевочку на пятерочку, чтобы все было у нас чин-чинарем. Упс, упс. Так, вот тут, конечно, девочка, да. Пиратик еще тот. Что у меня за удар такой дурацкий? Я не могу понять. Почему он не выкидывает печку, блин? А какие-то брызги вокруг себя делает. От этого я что-то не могу врубиться. Странный типок. Жужу, ты бы стояла бы лучше бы там. Не пойму, нафиг мне этот удар, ну серьезно говорю. Там эта турель что ли стоит? Ребят, там турель стоит.
Ну, куда ты там разогналась? Так, у меня мало хп, мне надо отступать. Такое ощущение, как боты какие-то играют. Блин, меня подбили. Боты. А чем тут жужжу, интересно? А чем она там... Не знаю, ребят. Ну, 7 боев она... Ой, 7 врагов она уничтожила. Что там, печеньку свою достал? Довольный. Еще 2 боя. Поединка нам надо выиграть. Как, блин, не крути. Так, опять жужжу. Нита у нас. Ох. Так, принцесса. Не знаю, что она там делает. Что делает принцесса? Ну, Нита, зачем ты... Блин, не Нита, блин. Нормально? Это, ну, это же не скин Пайпера, нет? Нет. Ну, у них 3 кристалла, ребят. Ох, нифига там сидит тварина. Ну, я заметил ее. Все, я сейчас ее на каркалыгу, друзья мои. Давай, давай, пчелка, улетай. Да выделывалась, хмырье ходячее. Давай, давай, иди сюда, ко мне. Отлично. Так, ну что, ребята, 10 кристаллов у нас есть. Теперь просто стоим и отдыхаем. Ну и куда пчелка жужу пошла? Готово. Все как в аптеке. За нее даже смотреть не буду, что она там делала. Печурка получает, ребят, 8 уровень. Так, нам еще один поединок нужно с вами сыграть. Может быть, взять не кристаллы, может быть, мы возьмем с тобой... А, у нас еще играть снова здесь, оказывается, надо 10 раз нажать. Ранговые бои. Очень много, кстати, ранговых боев. Давай обновим хотя бы. Обновил, называется. А что, они не обновляются, что ли? Не могу понять. А почему? Почему-то не обновляются, друзья мои, у меня. Понял. Так-с. Ну, а теперь... А, тут уже все обновилось. Так, у нас Тиком нужно будет 15 раз врага уничтожить Джеки. Ага. Нанесите 100 тысяч единиц урона. Можно вот это обновить? 50 тысяч единиц здоровья бойцом Пока. Ладно. Так, где у меня эти-то? Дуэли, нокаут, горячая зона. Дуэли. Давай горячую зону, ребят, попробуем. Забомбить. Может, получится что? А может нет? А может нет, а может да. О, ё-моё. Опять этот Фрэнк здесь. Опять этот, ребята, Фрэнк здесь. Экстерминейшн. Он уже стоит, ребят. Стоим.
А пора, пора наказать. Опа! Наказал! Этот чувак сидел, прикинь, в кустах. Двоих сразу же, да ну нафиг. Мы теряем, ребят, преимущество, я вам так скажу. Да что за дебил, которого не подбить, нифига, ты прикинь. Этот-то что тут ходит, Лия, блин, или кто он там? Там турель стоит. Да. Да ну нафиг, что он там за километр что ли бомбит? Все, ребят, мы проиграли. Офигею, блин. Тварь вот эта вот, блин, безмозглая. Фрэнк тупорылый, а. Просто, блин, Лео бегал где угодно, только не там, где надо. Вот где угодно, внизу, где-то в кустах там шоркался. Но он не участвовал вообще в боях. Ну нафиг нам вот этот Нави. Опять этот Фрэнк, а? Да что ты со своим пузырем-то, блин, пузырь он тут надул мне, блин. Да подбейте вы этого говнюка мелкого. Фига он там ультанул. Да я даже подойти не успел. Да я парасете, ну. МЗ, давай, вали их там. Прекрасно. Ну, есть. Взяли. Прекрасно. О! Два задания сразу. Печенюшку никто не хочет. Такой показывает, типа, печенька готовая. Так, мы два задания выполнили. Сейчас будет у нас билетик. Так, и эта звездочка. И эта звездочка редкая. Так, 1000 силы. Так, у нас звездочка получена. Здесь за что-то еще дают звездочку. Вот в нокауте можно пройти, ребята, звездочку получим. А нам нужно еще 4 звезды. Да. Так, я запечку-то сделал или нет? Запечку все сделано. Теперь надо брать, по ходу дела, нам Тика, да? Можно вот это вот обновить? Блин, в режиме дуэли, ну ё-моё. Ну что, Тик? Пойдем. Блин, а, нокаут. У нас нокаут. Блин. Нет, это не то, что я хотел. Ну что ты там бубнишь, а, Тик? Все, дощелкался, да?
Он один тут остался. Все. Выиграли первый бой. Ты ходит он. Нормально. А что он тут один сделает? Абсолютно ничего не сделает. Моя бомбочка его догнала. Моя бомбочка его догнала. Так. Угу, 15 врагов победить. Сколько мне тут придется драться-то, чтобы 15 врагов победить? Так, а я же получаю еще, по-моему, звезду, если я не ошибаюсь, да? Звезду. Значит, следующее. Что за барабанная дробь? Ребят, давайте попробуем барабанную дробь. Что, какая-то эстафета у нас непонятная. Оу, ноу. А, все ниты. Но тут будет выигран тот, кто, ребята, первое очко. Первым в очко получил. А вот это что такое? Непонятно, что это такое. А почему? А, бул, ну да, конечно же. Нормально. Блин, теперь я бул. Бул против була. А куда ты побежал-то, сыкунок? Что-то тут как-то много нит, я тебе скажу. Я такой самый крутой. Спрятался. Да ну нафиг. В кустах в этих драться. Себя не уважать. Так. Вот этого Фрэнка надо валить, друзья мои. Такие разборки. Проиграли, да? Наша команда проиграла. Ну, у меня четвертое место, как ни крути. Так, а билетик дадут? Дадут. Еще, ребята, два билетика. Так, а в этой эстафете... А, все, я звезду уже, ребята, здесь взял. Броубол, дуэли. Ну что, дуэли? Попробуем в дуэлях теперь себе. А что за дуэли, я не помню. Два против двух? Не, ну три против трех... Как-то странно, а там было 2 против 2. Или что тут, каждый сам за себя или... Я проиграл? Раунд про... А-а-а, вот оно как. Угу. Блин, у него, ребята, покка. Хм, и где? Так, там нету. Да ладно. Так, ну что ж, там зона идет. Я вот здесь буду ловить.
Отлично. У него ПМ осталось. Но с ПМ-то не очень хорошо, ребят, драться. Мне нужно, чтобы ПМ... Ну, и все, мимо! Ты серьезно сейчас, блин? Да какого лешего-то, блин? Булом теперь буду играть, дебильным. Против ПМ. Ну только бумом, булом и играть, блин. Куда ты там? Ай, псих. Да куда ты стреляешь-то, дурик? Наконец-то. Стреляет по этой фигне, по лечилке. Замечательно. Так, ну что, где-то надо еще, ребята, одну звезду надыбать. Для того, чтобы получить нам этот мега ящик. Блин, неужели в Броубол? В Броубол идти. Так, у нас тут есть еще убежище столкновения. Одиночное, парное. Ну, давай одиночное. Наверное, будет глупо играть за Тика. Наверное. Ёпрсты, кого тут только нету. Ну давай, Леон, иди сюда. Блин, я еще так медленно хожу. Клинанул, блин, я офигею. Даже не буду смотреть тебя. Я звездочку получу или нет? А-а-а, вот оно что. Тут надо выиграть, друзья мои, оказывается. Тогда пойдем в Броубол. Футбол, Броубол. Будет смешно, наверное. Или не очень. Сейчас посмотрим. Так, тут Мортис еще. И у нас Мортис. Меня сразу, ребята, сдуло. Трехсотлетнее восстановление из мертвых. Есть, красавчик, кто бы там ни был. Джин Про. Видимо, про в футболе, да? Я, ребят, попробую их там всех. Нет, только не ко мне. Только не ко мне, блин. Веди, Нита, веди. Эх. Не попало. Да ядрен ты, матрен, ну. Ну вали. Ой-ой-ой, кажется. Да, не кажется, ребята. Не кажется. Асфейлился. Есть! Кто там у нас? Нуах. По-моему, Нуаха я уже где-то видел. Мне-то нужна была звезда, ребята. Я же знаю, что я в Броуболе просто нубло полное.
Мне нужен был вот. Оп. Подарок. Ну тут мало будет, по-моему. А, нет, 8 предметов, ребят. Ну, подарки такие, ну что это? Оу, костюмчик. Скин Шелли. Шериф. Иконка. Иконка. И последнее, значок. Ну то, что скин дали только лишь и все, ребят. Так, мне надо подарок еще забрать. Я хотел бы прокачать сегодня, конечно, Тика до 10 уровня. Ребят, как вы думаете? Я думаю, что надо это делать. Как только VPN выключится, в принципе, все нормально. Так, выходим отсюда. По квестам мы возьмем. А что мы возьмем? Ничего мы не будем. А, нам 15 бойцов, а не 5 боев надо выиграть. Все. 15 раз. Ну не броубол, это точно. Захват кристаллов, я думаю, самое то. Да, долго, друзья мои, долго. Но зато здесь можно набивать фрагов. А мне нужны именно фраги. Или бравлики. Кому как удобнее. Такс. Угу. Так, у них два тяжа. Да, один из этих тяжей, блин, дал нам прикурить. Причем двоим сразу же. Это мы заберем. Фига он, чмошник. Вот гад, а? Блин, его бомба, блин, мощнее, чем мои. Мои, блин, шивенькие бомбочки. Пип, и все. 8 кристаллов уже у них. Обалденно выкинул, блин. На пол экрана бомбёк свою. Все, ребят, 10 кристаллов у них. Ну не выходит, не шишат, понимаешь? Я опять один остался, да? Ну, замечательно. Не, такой командой, как у нас, это бесполезно. У них два тяжа, плюс этот псих. А мне с моими бомбочками, они просто успевают убегать от них и все. Был бы Эдгар, да, можно было бы, ребят, здесь. Но у нас... А что у нас? Да ничего у нас. Надо брать. Надо брать, бомбить. Надо выполнять это задание, короче. Ворон. Опять, а это та же самая команда, ребят, по-моему. По крайней мере, похоже. По крайней мере, похоже. Так, я его убил тоже, между прочим. Снеговик, ты запарил, а? Щелк, 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 щелк. Только я слышно, щелк, щелк. Офигенно, блин. В меня прям звезданул. Это же наша заморозка? Нет, это не наша заморозка. У нас нет снеговика. Давай, бомбочка, лови его.
Отвлекся, засмотрелся, блин. Бомбочка, лови его, блин. Поймали. Вот так вот. Кто-то, ребята, потерял там все кристаллы. А, ворон собрал, красавчик. Красавчик, воронок. Урвал. Угу. Сделали. Сколько фрагов мы побили? Не показано. Так, 4. Ну еще, наверное, где-то десяточек надо нам бомбануть. Или сколько, если быть точнее? Еще 7. Ну, за один бой можно семерочку снести. Ну, не в моем, ребят, случае. Все, команда. Все, ребята, метатели. Все метатели, прикинь. Динамайк. Этот. Все, короче, любители побросать бомбочки. Как мы сейчас будем здесь выигрывать, я ума не приложу. Все бросаются. Надо как-то контрить зону, а как ее, ребята, контрить? Да ну! Метателями нам здесь, походу, ничего не светит. Ну как вот, вот как метателями, ребят? Ну что за чушь? Просто одни метатели. У нас нету дальнего стрелка, блин. Вообще стрелка нет, ну какой-то там дальний. Ну как тусенок только. Ну как тут, я смотрю, просто идиота кусок. Летит, просто бомбит всех налево и направо. Да, ну они уже там по кустам все, по щелям разбежались. Динамайк там что-то пердит. Ничего, короче, не выходит. Ладно, бой окончен, что поделаешь. Так, ну понятно. Ну это, конечно, ребят, с командой просто не повезло нам. Просто нам не повезло. Точнее, не нам, а мне. Просто, и им, кстати, тоже не повезло. Ну не было, вот прикинь, 3 чувака, которые просто бросают бомбы. В плотнике просто им кранты. Давай, закидывать буду там все. Пш-пш-пш. Вот как меня, ребята, здесь могли уничтожить? Я что-то не увидел. Опять смотрел куда-то по сторонам, клювом щелкал. Опять этот пшикало. А, так у него постепенный урон, что ли? Ну, ты прячешься, все равно сгораешь, я так понял? Что-то, друзья мои, да. Да, постепенный урон. То есть он меня поджигает и все. Я понял. Пойдем искать, где там прячется хмырь. Фига себе. Че, у каждого, что ли, я не пойму, эффект, блин, этого, как его, поджога, блин. Да все, валите оттуда, сматывайтесь лучше, по-хорошему, ребят. Так, ну этот без кристаллов, он нам не интересен. Это уже повеселее будет. В
Выпустят ли они? Вот в чем вопрос. Убегут ли они? Леон смылся, красавчик. Ну, этот, конечно, вжаривает, будь здоров, на драконе, который там вообще труба просто. Гитарой хоп, тыкнул. Вообще ни одного, ребят. Блин, Тик, мы так с тобой будем до второго пришествия зарабатывать этот 10 уровень. 7 бойцов, блин. Никто на его бомбочках не взрывается, ребят. Никто. Все избегают. Да даже я, когда играл, то же самое, ребята, было. Всегда от его бомбочек убегал. Единственное, что когда у тебя нет зарядов, он выпускает в этот момент большую бомбу, она может тебя еще догнать. А так ты видишь прекрасно всю эту трихомудию. Он, Эдгар, видишь, что творит? Он так вот со всеми разбирается, блин. Что это за клоунские песни там еще? Это кто там поет? Эдгар? Нет, вряд ли так Эдгар делает. А, это, наверное, этот, блин. Да, монетное фуфло. Ну где бомбочка? Лови его. Отлично. А ведь он сейчас прыгнет за Фрэнком, ребят. Оу, а как так-то? Ну как так-то, блин? Фрэнк, твою налево, блин. Ну это непорядок. Пойдем того, ребят, в кустах ловить. Как же... Ну, ты будешь идти-то? Да твою-то налево, ну что за фигня-то, блин? Меня этот псих уже достал. Или это пингвин этот, блин, со своими пингвинятами, я не понимаю. Вот он кто, ребята, вот он этот придурочный-то. Надо его сносить. Опа. Молодцы. А чё пингвин спрятался? А, ну у него 14 кристаллов на руках, поэтому он и спрятался. Правильно сделал. Да, тут было жестковато. Так, ну что, ребята, четверых еще нужно вольнуть. Блин, какой же ты Тик, вот прям я не могу. Но это не мое, ребят. Я еще ракетчиком мог играть, Броком. Ну, Тик. Динамайк еще куда ни шло. Ну, Тик, это, конечно, что-то с чем-то. Еще главное, бомбочка эта идиотская его мне вымораживает, если честно. Ну куда ты прыгнул-то, хмырь? Ну застреляй-то, возьми битка, ну!
Так, хорош. Да господи, я задолбался уже тикать, тикать, тикать. Пипец, все кристаллы продинамили. Можно и так сказать. Ну и куда-то 8-битка отправилась. Да сейчас же подохнешь же, ну. Да ну нафиг. Я не могу за него играть, блин. Ну мне надо, ребята. Наконец-то, все, выходим за этого хмыря, блин. Я не хочу за него играть. Я выполнил задание, все. Отмучился за него, грубо говоря. Да я даже не играл, так просто присутствовал здесь. Так, Макс. Макс или Эш. Кстати, за Эшем мы... И Макс, и Эш, кстати, у нас не прокачаны, ребят. Вообще не на грамульку. Где этот? Че, попробуем за него? Чуть-чуть прокачаем. Самую малость. Все. И Эш у нас тоже, ребята, не прокачанный. Давай смотреть. По-моему, он тоже, ребята, да, бросается навесиками. Мистер Пи. Ой, как он идиотски смеется. А где это-то? Понятно. Бесявый, я тебе скажу. Чмыш этот. Как он бесяво орет, а? Зато его снаряды, ребята, пролетают через преграды, я смотрю. Я ведь правильно понимаю? Опа, 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 выставил здесь свою фиговину. Нормально. Нормально получилось все. А, эта штучка еще и ездит и стреляется, оказывается. И вон и маленький этот пингвиненочек. Так, давай еще два поединка. И будем на сегодня, ребятушки, закругляться. Ну... Такс, 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 ага. Джинни. Тики, всякая трихомудия остальная. Этот пузырчатый, конечно, ребят, но какой-то недалекий. Джинни достал. Это был Эш, да? У Эш это крысиная стая.
Такой погром, блин. Когда Джин помирает, такой прикольный этот меч. Офигеть, у меня даже этот еще жив оказался, прикинь. Мой маленький пингвиненок. Вообще держали их на расстоянии, даже ничего не сделали. Блин, я думал, что это Рик, оказывается. Я почему-то подумал, что это Эль Прима. С чего вдруг мне так... Не знаю, ребят. Ну что, еще один поединочек сделаем с тобой, и будет у нас заданница выполнена. Так, блин, ну у них команда, конечно, тут. Это двойник наверняка, ребят. Нет? А кто меня сейчас хлопнул? А кто хлопнул меня сейчас? Ну, меня кто-то шлепнул, да, однозначно. В чем прикол, ребята, этой фиговины? Что у него пролетает через препятствие. Вот это мне очень нравится. Это очень прикольно. То, что ему по барабану на все эти преграды, что там стоят, или еще что-нибудь. Чихать он на это все хотел. Слушай, пингвинчик неплох. Оказывается-то. Пофиг, он прокидывает через все. И не на весиком бросает, а именно вот как я и хотел. Норма. Так, третий уровень. Выиграли мы с тобой. Так, а награду получим, нет? Не, не получим, ребят. Слишком маловато будет у нас опыта. Да, чуть-чуть не хватает. Ну что ж, нам осталось, друзья мои, тут не очень-то и много. Эш, Эль Прима. Наверное, я буду играть за Пэм, скорее всего. Тут за Барли, наверное. Скорее всего, либо Нита. Что-то одно из двух. Но это уже, друзья мои, будет в следующей серии. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.